на последнюю поднялась. Кажется, все. Надо идти за мамиком. Ну, что у нас 10:20. Библиотека Ахмеда III. В центре двора Эндерун в начале 18 столетия построено здание, называемое библиотекой Эндерун. Построенное по велениям султана Ахмеда III, это важнейшая часть наследия султаната. В высшей степени светлое, отделанное керамикой и ремесленными изделиями с цветочными мотивами, это здание подчеркивает важное значение Эндеруна в жизни государства. Вниз потихоньку. Да. Я иду в церковь Святой Ирины, у нас еще действует туда билет. У меня осталось 20 минут.